Международный день тигра, который отмечает сегодня, московский зоопарк решил сделать щедрый подарок. Троих амурских тигров подарят питомникам Японии и США. Первым новый дом будет осваивать Умар. Трехлетний тигренок, совсем как взрослая кошка. Вот он на ваших экранах. Вы видите, как вальяжно прогуливается себя в вольере. Но такое зрелище, какая-то редкость в московском зоопарке. Умар всего 4 месяца. И, по словам зоологов, пока большое число людей его шокирует. А вот родители Умара, напротив, людей не побоялись и сами к ним вышли из лесов Приморского края. Их бросили взрослые тигры. И шансов выжить в дикой среде у них практически не было. Добрые люди тигров подобрали и передали в прием. А позднее у них появился Умар. Сейчас ему 3 года, уже совсем скоро он сможет рассчитывать на собственное потомство. На него у зоологов большие надежды. Умар – обладатель редкой крови. Еще нету зоопарков, в которых участвует представлена такая кровь. Его родители, они из природы, поэтому и считается его кровь редкой. Умара даже выбрали самку. Она ждет его в зоопарке Денвера. Туда этот амурский кот отправится через 2 месяца, когда спадет сильная жара. Но вот сложится ли у этих животных пара, станет понятно только после их личной встречи. Амурские тигры вымирающие. Ведь в дикой природе этих полосатых красавцев осталось всего 450 штук. Ну вот в московских торговых центрах стартовала акция «Спаси тигра». Ее цель – привлечь внимание к проблеме исчезновения животных, занесенных в Международную Красную книгу. Кристина Орлова подробнее. Поход по магазинам может оказаться не таким уж и скучным, если рядом с вами окажется вот такой вот хищник. 3D-изображение тигра разместили на первом этаже в торговом центре на Юго-Западной. И сфотографироваться с животным может любой желающий. При этом нужно не забыть еще поставить хэштег «Спаси тигра». Акцию именно под таким названием организовал центр амурского тигра, а помогает в реализации проекта крупная строительная фирма. Артем, расскажите, но это же не просто развлекательная цель здесь, такого проекта? Безусловно, нет. Таким образом, мы пытаемся привлечь внимание общественности к серьезной проблеме исчезновения амурского тигра. Глобальная такая цель какая? Глобальная цель – увеличить популяцию тигра хотя бы до 700 особей. Сейчас? Сейчас их около 500. Все фотографируются, размещают фотографии с хэштегом в Инстаграме. Давайте мы с вами тоже Давайте. Последуем примеру наших посетителей. Ну, я отмечу, что, конечно, можно сфотографироваться и для Инстаграма вот это, сделать селфи, но наиболее реалистичным изображение выглядит, когда вас снимают фотографы именно с той точки, которая отмечена. Ну, вот сейчас там стоит мой оператор. Акция очень интересная в том плане, что здорово, что люди поддерживают, хотят помочь тигру. Ставьте хэштег «Спаси тигра». Такое изображение есть не только в этом торговом центре, но еще в 3 по Москве, на Дмитровском шоссе, Киевском и на Ленинском проспекте. А сотрут изображение только к концу августа. Так что возможность сфотографироваться будет у всех. Кристина Орлова, Сергей Павлов, Live.